Партнер рубрики – профессиональное училище номер 60 села Михайловки. Приходите, мы научим вас тому, что умеем сами. Здравствуйте, сегодня мы говорим о литературе. Я рекомендую вам повесть Михаила Шолохова «Судьба человека». В книге рассказывается о попавшем в плен русском солдате и его пути домой. Вопреки лаконичному названию, повесть – это не просто судьба человека. Это судьба страны, выстрадавшей, но не сломленной и не очерствевшей. На пути героя были потери, смерть близких, но он находит в себе доброту и любовь для осиротевшего мальчика. И еще неизвестно, кто из них двоих больше нужен другому. Этот мальчик с глазами-звездочками не только обретает отца, он приносит в жизнь солдата смех и надежду. Что может дать один человек другому, кроме капли тепла? И что может быть больше этого, вопрошал Эрих Мария Ремарк. Читайте больше. Удачи вам в делах, будьте грамотны. Партнер рубрики – профессиональное училище номер 60 села Михайловки. Приходите, мы научим вас тому, что умеем сами.